Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в Иванове, в заснеженном Иванове, на стадионе «Текстильщик», где сегодня, совсем скоро, пройдет матч, который можно считать битвой за выживание. 16-й тур, «Неон», вторая лига А, дивизион «Золото», первый этап. Этот матч является третьим с конца на первом этапе. И в этом матче сыграют «Текстильщик» и «Авангард». Погнали! Битва за жизнь! Битва за сохранение прописки в дивизионе «Золото». «Текстильщик» против «Авангарда», 16-й тур. Понятное дело, опасаются. Опасаются встречных атак от «Авангарда», подопечный Дмитрий Кириченко. Мохин, ой, какая передача в разрез, момент, касание, удар. Ну какой же мягкий, покладистый, слабенький, по центру. У Владислава Игнатенко удары в карьере были много лучше того. В последние минуты в целом ничего особо предметного в атаке не происходит. Возможно, что-то предоставит сейчас хозяева. Подача, очень неплохо, удар! Во-первых, отмечаем ошибку на выходе, допущенную Мицаевым. Во-вторых, Самелин здорово переиграл и по позиции, и в воздухе Ивантеева. При этом Алексей держится за ногу, причем прямого конкурента в борьбе за выживание. Технично заброс штрафную, доходит передача до Самелина, удар в касание, штанга! Вы все этот крик, рык, исполненный расстройства, слышали? Сколько внутренней боли выдал наружу Алексей Самылин, который мог забить. Хоть и ошибся, но рядом оказался Агеев. Его поджимает своевременно Калугин. Правее передачи Евсеев на угол штрафной. Есть рывок Селеменев. Зацепили его, безусловно. Это 11-метровый. Это пенальти. Это пенальти. И, честно признаться, у курян ничтожно мало аргументов супротив этого решения Игоря Копленкова. 1-0. 1-0. Открывает счет ивановский текстильщик. Алексей Евсеев уверенно реализовал пенальти. Хороший удар в левый угол. В обороне слева направо Алексей Самылин, Евгений Стешин, Александр Лихачев и Александр Елисеев. Капитан, хорошая атака с правого края формируется у хозяев. Селеменев. Подача. Внимание, можно еще пробить. Это гол. Это 2-0. Забивает таки сегодня Алексей Самылин. Реализуя, наконец, уже третий свой момент. Два предыдущих не удалось в гол конвертировать. Роскошное начало тайма для текстильщика. 2-0. Прекрасно понимаем, насколько все это может быть по осени для здоровья коварно. Подача. Внимание, скачет мяч. Удар, перекладина, добивание и гол. И гол. Гол «Авангард». Или нет? Или что? По идее, это гол. Почему же у Павлова было столько на лице недовольства? Что он непременно сам хотел отличиться? По идее, гол и добивание было легитимным. Да, мяч в центре поля. Это 2-1. Спасибо большое. Против него Елисеев. Павлов режет угол. Включает в атаку Киркосяна. Далее Вольнов. Он правша. Приходится разворачиваться. Навес опасно. Еще удар. И рядом со штангой. Рядом со штангой. Куда уж голевее-то? И снова Павлов, которому не прет катастрофически. Как же продавили чужую оборону подопечные Игоря Беляева. Похоже, отбиваются хозяева. Еще одна подача. Борьба. Опасно. Удар. Добивание не будет онова. Забирает мяч Александр Рябинкин. Да, въехал в него боровшийся за мяч, бившийся Александр Воинов. И на этом все. И на этом финальный свисток. Какая же тяжелая победа команды из Иванова.